Итак, отец ищет. Мы много будем употреблять эту фразу, и мы будем ее как бы развивать. То есть, отец ищет себе. Другими словами, Господь хочет найти этих людей, отделить и приблизить к себе. Найти этих людей, отделить и приблизить к себе. Так же, смотрите, так же, как среди всех народов Бог создал себе народ, да? Он отделил этот народ от всех народов. Он в этом народе отделил одно колено. Правда? Мы знаем об этом, что именно колено, которое должно было только, служить перед ним. В этом колене он отделил один из родов, да, для того, чтобы они были только священниками, правда? Он все время как бы отделял для определенных вещей как бы, какие-то группы людей, да? Давид, когда он восстанавливал служение в Скинии, о котором мы в последующем будем говорить, он отделил некоторых, сказано, из левитов и поставил их главными. И они должны были назначить, они должны были отобрать самых искусных и назначить их. То есть везде мы видим отделить для чего-то. Самых искусных для того, чтобы они предстояли пред ковчегом Божьим и славословили непрестанно. Понимаете, да? И в Деяниях мы сталкиваемся, помните, да, в Деяниях, по-моему, если мне не ошибаюсь, 14 глава, когда Дух Святой говорит старейшинам, отделите мне Павла и Варнаву на служение, на которое я их призвал. Тоже отделите, понимаешь, да? То есть мы сталкиваемся, что Бог пытается, отделить. Он ищет себе. Понимаете? Он ищет себе поклонников. И он их хочет найти, отделить и приблизить. Отец ищет. Отец ищет. Искать можно то, что вы потеряли. Правда? То есть, когда мы употребляем слово искать, мы сразу понимаем, что искать можно то, что мы теряем. Когда женщина, она потеряла драхму, она сказала в Писании, тщательно начала мести для того, чтобы найти эту драхму из этого ожерелья. Понимаете, да? Потому что ожерелье, оно было неполным. Вот женщины, наверное, меня лучше, наверное, поймут. Почему? Вы бы одели кольцо, допустим, в котором у вас бы было, допустим, кольцо с камнем, да, и вы камень бы потеряли. Скажите, вы одели бы такое кольцо? Нет. Понимаете, да? Или там, нам, конечно, не знакомо такое, представьте себе, колье там, и без колье это вообще, набор там подвесок, мы себе представляем. И вот главное, все остальные подвески, они как бы подводят к самой главной. Вот она, самый такой бриллиант, да, то есть как бы. И вот этот бриллиант вдруг утерян. Как вы думаете, надели вы бы вот такое вот ожерелье? Тоже, я думаю, что нет. И Давид, когда
пересчитывая своих овец, которых он пас, и не досчитывался какой-то овцы. Он шел и искал эту потерянную или похищенную овцу, даже если ее приходилось отбирать, вырывать как бы из пасти медведя или льва. Вы знаете, да, это из Писания. И отец ищет, значит, мы можем сказать точно, что он что-то потерял. Если мы будем ценить то, что нам доверено, находить то, что мы иногда теряем, поверьте, Бог найдет нас. Множество различных служений вот в теле, это как одно огромное, такое большое ожерелье. Оно состоит из очень красивых камней. Помните, мы читаем как бы там в Откровениях о небесном Иерусалиме, там это эти стены, которые состоят из различных камней, как основания, да, лежат. Так вот и служения, как бы, которые вот существуют в церкви, в общинах, они как одно большое, очень огромное ожерелье. И я думаю, одним из самых главных бриллиантов, который, было в этом ожерелье, это было служение осеняющего херувима. Почему я говорю, что это был главный бриллиант и главное служение, может быть, одно из главных служений, по моему разумению, как бы, опять-таки я говорю, это мое мнение. Потому что поклонение относится первой заповеди. Поклонение относится к первой заповеди, а первое есть оно первое. Почему мы говорим о каких-то особенных людях, которых Бог хочет приблизить к себе? Потому что если твое служение рассчитано на первую заповедь, то и ты будешь стараться. Ты будешь стараться быть одним из первых. Вспомните, что говорит Павел. Все бегут, как на ристалище. Помните? Это 1 Коринфянам 9 глава 24 стих. Все бегут, как на ристалище. И вы бежите, но награду. 1 Коринфянам 9 глава 24 стих. Давайте откроем это место. Пятая глава, 24 стих.
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите же, чтобы получить награду. Поняли, о чем я говорю, да? То есть, если ваше служение рассчитано, на, ну, ориентировано на первую заповедь, вы будете стараться быть первым. Вам нужно бежать. Это, ну, не мои слова. Это Павел говорит. Я ничего от себя не говорю. И давайте еще одно место Писания откроем. Это 1 Паралипоменона, 16 глава, 5 стих. Первый Паралипоменон. 1 когда восстанавливал, когда Давид восстанавливал служение в Скинии. Пятый. Даже четвертый. 1 Паралипоменон, 16 глава, 4, 5 и 37 стих. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили, превозносили Господа, Бога Израилева. Асафа главным, вторым, там Зафарию перечисляется. Мы не будем сейчас перечислять и, ну, обратимся к 37-му. Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. То есть Давид отделил некоторых людей для того, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. В одном из переводов сказано, чтобы они делали начало. Они делали начало.